Привет. Привет. А ты такая не страшная. Спасибо. Честно признаться, я очень поправилась. Вообще, страшно сказать, я уже почти 40 килограмм вешаю. Ого! Ну ты поосторожней. С таким весом и съесть могут. Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я сегодня ваш официант, и я вам буду завидовать. Завидовать? Как приятно, мне еще никто никогда не завидовал. Последний раз завидовали еще моему деду. Ваше меню. О, какой большой выбор. Целых 3 блюда. А что вы посоветуете? А у нас есть свежепойманный голубь, запеченный на солнце. А возможно, есть какое-то блюдо от шеф-повара? От шеф-повара? Жареный палец. Только поспешите, это блюдо очень быстро разбирают. Осталось 3 порции. Может, что-нибудь еще? Да, вы можете заказать человека, который придет и расскажет вам, как он в детстве пробовал борщ. Давайте лучше голубя. Угу. И что есть попить? Сейчас пока ничего нету. Но через 20 минут синоптики обещают дождь. Не волнуйтесь, крыша протекает ровно над вашими бокалами. Спасибо. А расскажи что-то о себе. Чем ты работаешь? Я собираю соль. В смысле, коллекционируешь? Нет. Оказывается, когда-то люди солью посыпали асфальт, чтобы он не был скользким. А, вот это дураки. Транжиры. Угу. А ты кем работаешь? А я работаю в Министерстве энергетики. И чем ты занимаешься? Кручу педали, как и все в моем министерстве. А за кого ты на выборах голосовала? За самого толстого. Я вот как думаю, если он сам смог потолстеть, то значит и народ сможет научить. А ты за кого? Я за Юлю. Так она ж того. А я вот не верю. Заявление в ЦВК кто-то ж подал, за выборы кто-то заплатил. Митинги ж как-то собираются. Ну да. А ты живешь с родителями? Ну да, так же легче от волков отбиваться. А я сама. А чего? А мне легче от волков отбиться, чем от родителей. А ты вообще один в семье? Нет, есть еще брат, но он в Америку поехал по обмену. По обмену? Ну да, туда брат, сюда килограмм риса. Слушай, я стесняюсь спросить, конечно, а у тебя уже был инфаркт? Нет. А у меня был. И как оно? Не понравилось. Я после этого сексом не занимаюсь. А у тебя есть какое-то хобби? Да, считать пульс. И у меня. Только перед сном. Ваш жареный голубь. Стоп, подождите, в блюде муха. Да, мы знаем, это комплимент от заведения. Спасибо. А приборы? Приборы, точно. Вот, пожалуйста, допустимый уровень радиации. Спасибо. А до которого часа вы работаете? До темноты. А тогда посчитайте нас, пожалуйста. Возьмите. Ого, 120 грамм крови? Не надо, я сам. Вот, пожалуйста. И себе на чай. Благодарю, приползайте еще. Анечка, у меня для тебя еще один небольшой сюрприз. Вот, 2 билета в поле. Там сегодня передают сильный ветер. Пойдем покатаемся. Я, в принципе, за, но мы там будем слишком уязвимы для ворон. Анечка, знаешь, как говорят, кто не рискует, тот не пьет. Вот как раз дождь начинается, пойдем.